Первые в учебе, первые в спорте, первые в дружбе. На смену советской пионерии в России пришло движение первых. Объединение неравнодушных, ответственных и всегда готовых быть примером во всем. Организация молодая, менее 2 лет с момента появления, но уже сплотившая вокруг себя свыше 6 миллионов детей из всех уголков страны. Изменился девиз, теперь он звучит так: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми». А вот красные галстуки остались, наследование идеям пионерии в целом не скрывают. Что отличало любого пионера? В первую очередь, это любовь к своему отечеству, любовь к своей малой родине и, конечно же, к своей стране. Сегодня движение первых обязательно хранит те традиции, что были. Сегодня отделение движения есть практически в каждой школе, колледже или техникуме. Всего более 25 тысяч участников в нашем регионе. В день рождения пионерской организации открылись филиалы в фармацевтическом колледже Иран-Хикс. В число первых в торжественной обстановке вступили их первые 30 студентов.